Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 4 «Жизнь в городе». И утро начинается не с кофе. Так, давайте я, наверное, запущу игру. Здесь кто-то ручки намывает, но после такого тяжелого утра. В общем, ночью Луизе стало очень нехорошо. Она вообще с вечера жаловалась, что и она себя плохо чувствует. Поэтому мы позвали Хейли, она сказала, что все в принципе в порядке, что если что, ей нужно принять лекарства и все такое. Но лекарства мы не успели ей дать. И слава богу, Джессика ночью проснулась и решила пойти в комнату, посмотреть, как там Луиза, ну как, все ли нормально. Вот. И она была в шоке, потому что Луизе было очень-очень плохо. Она не стала будить Майкла, как ни странно, потому что он только с работы был и очень устал. Вот. И она ночью одна попёрлась, знаете куда? В Виллоу Крик. Потому что только там у нас есть больница. Потому что в Сан-Мишуна больницы нет. Вот как, да? Вот мне нужно срочно здесь сделать больницу. То есть, и сейчас у нас Луиза в Виллоу Крик. Ей там, ну, помогают, она там сейчас лечится и все такое. Но нам так далеко теперь ехать, и как бы нам нужно тратить на дорогу. Я думаю, что за проведенное время в больнице мы будем тратить, наверное, то есть один день будет где-то 200 симолеонов и проезд до Виллоу Крик, так как, мне кажется, он, ну, по моим представлениям, Виллоу Крик находится далеко. Это же не Ньюкрест, который как-то более городского типа, и он бы, ну, мне кажется, он был бы ближе. Вот, а Виллоу Крик, мне кажется, далеко, поэтому я думаю, что на проезд мы будем тратить симолеонов 50-80, где-то так. Ну, я потом буду просто вычитать. Кстати, я вычла все деньги, которые мы потратили на ресторан, и да, у нас осталось 4700. Это просто кошмар. Ну, ничего, я думаю, мы заработаем, все будет нормально. Смотрите, что творят. Сейчас обед. И те все злые. Давайте постучим. Это что за дела вообще? Соседи, вы задолбали своими делами. Вот, поэтому да, сейчас Луиза завела крик. Надеюсь, все будет нормально. И мы сейчас с Майклом к ней отправимся и проведаем ее. Давайте, поругайте соседей. Это что за дела? Мы злые очень. Опять он. Это он там что-то творит. Ах, ты такой. А как же мне... Давайте пожалуемся, не будем устраивать сцен никаких. Бесстыдник. У нас вот такое случилось, а ты... Все, отлично. Так, все, Майкл. А, еще Майклу дали задание на сегодня. Кстати, нам счета не пришли. Я, кстати, не знаю, как мы будем платить за аренду. Вот это действительно прикол. Нам нужно срочно в ресторан работать. Так, все, ребят, мы отправляемся... Виллоу Крик, проведаем нашу бабушку, как она там, господи, нет, вот. О нет, в мой почтовый ящик доставлены счета на оплату, если мы в течение 2 дней не заплатим, это хана, ребята, у нас 4700, нам придется сегодня очень много поработать в этом, в ресторане, чтобы заработать. Так, давайте постучим, зайдем, как ни странно, здесь надо стучать. Да, больница, не могу сказать, что сама... Кстати, все-таки я, наверное, погорячилась тем, что один день будет 200 симолеонов, по-моему, это очень много. Поэтому проезд пусть будет 30 симолеонов, и больница это будет... Давайте сделаем 80 симолеонов в день. Вот. Мне бы еще найти здесь Луизу вообще было просто здорово. Потому что она просто огромная. Я еще убрала несколько этажей. Вот Луиза стоит. Как видите, она уже ходит. Замечательно, врачи здесь помогают. Давайте мы похвалим наряд, как ни странно. Поговорим о чем-нибудь, узнаем, как же у нее дела. Сейчас покажу ее палату. Ну, как палату? Тут толком палат-то и нет. Тут как бы просто вот разделим. Ой, все, сейчас. Вот. Сейчас. Вот здесь цветочки, все такое. Вот здесь она у нас спит. Приглашаю вас на празднование моего дня рождения. Бьорн, прости, у нас столько проблем. Нам нет до дня рождения. Плюс у нас с тобой отношения такие напряженные. Вот ее постелька. Здесь она, в общем, спит. Не очень знаю, но что поделать. Придется ей здесь провести несколько дней. Еще мы пытались позвонить Хейли, но почему-то она не взяла трубку. Вообще, что-то не знаю, куда она делась. Так, давайте мы с ней еще пообщаемся.
подними мне настроение, потому что это же очень грустно будет. Что это такое? Да, поболтай, иди. Чё ты, Майкл, не хочешь своей бабушкой поболтать? Иди болтай с ней. Оскорбить? Что с тобой сегодня? Давайте подними мне настроение. Ой, что такое? Продвигать общественную цель. Кстати, у нас там ничего нету. Да, есть. Давайте мы продвинем общественную цель. Что уж там. Типа мы разговариваем. То здесь, в принципе, нормально. Блин, ребят, я не знаю, как мы сейчас будем зарабатывать деньги на оплату счетов. Круто. Построила я ресторан. Жесть. Ну, блин, я бы еще больше потратила, если бы можно было. Да, давайте вы с ней пообщаться. Сейчас мы уже пойдем, потому что, во-первых, сейчас мы... Так, как бы мне так сделать-то? Мы сейчас с Майклом пойдем в парк, он там будет устраивать митинг. И до ночи он будет там, потому что ему дали такое задание устроить митинг, все такое, что-то там поддержать, какую-то цель и все такое. А мы с Джессикой пойдем в ресторан, будем работать там, потому что нам нужно обязательно 300 симолеонов заработать. Хотя у нас в ресторане сейчас есть 475, но нам нужно... Ой, нет, 1000 есть у нас, 1000. Но нам нужно еще оплачивать зарплаты и все такое. Это просто жесть. Кстати, нам нужно меню там сделать и все такое. Ладно, мы придем туда, если я не забуду. Элис. Ой, а что у нее все так плохо? Я бы домашку, знаете, сделать, было бы очень круто. Ладно, может, мы ее в ресторан потом возьмем, и она там с нами побудет. Ну что, ребят? Хорошистка. Так, давайте мы, наверное, попрощаемся уже, потому что нам нужно идти. Нам еще долго ехать отсюда. Ладно, попрощаться здесь нет. Давайте мы сделаем вот так и отправимся. Сейчас я посмотрю, куда мы отправимся. Отправиться. Да, вместе с Майклом. Ну, какой-нибудь парк, наверное, в Сан-Мишуна пойдем. И там, там он будет устраивать митинг, а мы сразу же пойдем в ресторан. Так, ну все, мы пришли, и мы прямо здесь сейчас с Майклом устраиваем митинг. Карьер-политика. Устроить митинг. Давай, занимайся, и мы его... Боже мой, а что у нас здесь, фестиваль, что ли, какой-то? О, мы попали на фестиваль? Серьезно? Круто. Так, ну сегодня мне некогда, потому что мне нужно идти деньги зарабатывать, хотя... Джессика, по-моему, куда-то побежала уже. Да-да-да, это фестиваль. Блин, как круто, мы обязательно сюда сходим, но не сегодня, потому что у нас сегодня очень много дел. Осталось 3 часа, уже стемнеет все. Джессика, ты что, самая богатая? По-моему, мы вообще самые бедненькие в этом городе теперь. Сколько придется бросить квартиру, куда-нибудь уехать. Посмотрите, что творит эта женщина. Как так можно? Я не понимаю. Как вот, как так можно? Жрет бургер. Через час закончится. Так, ну давай, короче, быстрее ешь. Ты дашь свой бургер? Хотя вот Майкл может пойти съесть. Так, все, ребят, мы Майкла оставляем, а сами отправляемся в ресторан. Так, ну все, мы в ресторане, мы его скорее открываем. У меня есть просто срач. Вот видите, что? Давайте будем убирать и это все мыть. У нас больше ничего не остается. Так, все, давайте, заходите. Мне сегодня нужно заработать как минимум... Я не знаю, хотя бы 300, 400, 500 симолеонов, потому что я не знаю, что делать. Нам нужно сегодня обязательно заплатить за счета. Все очень-очень печально у нас. Посмотрите, везде тарелки валяются. Я должна за вас, что ли, убирать? Почему? Почему такие свинюшки? Вот кругом тарелки. Так, я не буду никого хвалить сегодня, потому что мне некогда. Мне нужно вон, с посетителями общаться, которых пока нету. Ни одного. Так, все, пришел первый персонаж. О боже, нет. Где? Приветствовать. Так, что-то как-то... Нет. Не знаю, как-то вот так вот странно, а вот так вот немножко... Ладно, добавим немножко реальности. Тоже приветствуем. Бьорн. Пришел, у него сегодня день рождения. Мы поприветствуем, поздравим обязательно. Алекс, по-моему, она очень сильно похудела в проекте «Худей вместе». Мария пришла. Не-не-не-не. Приветствуем. Всех мы приветствуем. Надеюсь, они все будут рады, что я их приветствую. Мне нужно исполнить какие-то мечты для Джессики, потому что хочется немножко повеселить ее, потому что сегодня был сложный день. Да и вообще, жесть какая-то. Чё столько людей? Видите, что творится? Потому что у меня единственный ресторан в городе, и нужно куда-то ходить. Хотя многие сюда приезжают, но я просто из-за того, что у Джессики был классный ресторан раньше, и теперь...
Они думают, что здесь все так же, но... Нет. Посмотрите, какая речь красивая. Так давайте следить, я все-таки уберу вот это все. Будем следить, чтобы нам можно было порекомендовать. Давайте мы скорее побежим сюда и порекомендуем. Самый дорогой, так, напиток, самый дорогой сок со льдом у меня, а из еды 31, 46, 31, короче, 46. Вот. Давайте. Больше нет ни у кого вопросиков. Ну, я сейчас вообще никто никуда еще толком не сел. Что-то не все думает. Работать мы будем сегодня, наверное, подольше, потому что нужно заработать как можно больше денег, потому что затраты эти все, знаете, лишние. Сейчас мы Бьорна тоже. Бьорну порекомендуем. То же самое. Мне кажется, нужно оценку побольше сделать, потому что... С одной стороны, хочется побольше наценку сделать, с другой стороны, у нас повара плохо готовят. Поэтому не знаю. Что такое? Все. Ну, надеюсь, все равно будет блюдо, которое я порекомендовала. Так, общаться надо. Да, общаться-то надо. Может, пойдемте на битки сделаем? Нет, мы не будем никого нанимать, потому что у нас нет денег уже просто. Хотелось, как бы, есть 1000, можно отсюда взять, но просто сейчас мы заплатим зарплаты, я чувствую, там ничего не останется. О! Круто. Вот молодец. Видите, какой крутой чувак. И в планшете лазит, я тебя сфоткаю. О! Отлично. Круто. Ой, у нее все плохо с естественной нуждой, я просмотрела. Так, вопросики ждем, потому что мне не очень сегодня нужны. Что-то мало сегодня вопросиков, в тот раз было больше. Ну, правда, людей не прям так уж много. Ребятки, давайте готовьтесь скорее. Я знаю, что у вас ужасный уровень, но надо. Давайте скорее сделаем. Так, у меня минус 30 прибыли, просто потрясающе. Это кто? Это был критик раньше, Матвей Муравьев. Но сейчас он вроде не критик. Давайте поприветствуем его сразу, что-то он уже недовольный почему-то. Да, ну вот у кого-то четверочки. Так, ему надо порекомендовать, противный старикашка. Сейчас. Что-то ему не нравится тут. Непонятно, чувак. Ну, поприветствовали мы тебя, давай тройку ставь. Так, не хочется уже ничего. Так, вы что будете кушать? Вы что, точнее, кушаете? Так, да, то, что мы посоветовали, то они и кушают. Вот еще тем принесли еду. Блин, как тяжело заработать денег, когда ресторан... только-только открылся. Так, ну, господи, управление где? Вот, давайте порекомендуем, наконец-таки. Да, у нас, конечно, очень дешевые блюда. Вот так вот. Или, может быть, сейчас попробуем что-то изменить? Так, может, мы качество поднимем тогда? Давайте вот так вот сделаем. У нас уже 2 звезды, что, знаете ли, очень неплохо. Некоторые вообще ничего не едят, они в туалете лазят, что угодно делают, в бассейне плавают. Чё пришли? Я не знаю, чё не пришли. Тогда мы порекомендовали. Придется, наверное, с ним немножко пообщаться, потому что... Что-то какой-то недовольный. Вот у Марии тоже вопросик. Так, у тех вроде все в порядке. Так, Марии сейчас порекомендуем мы блюдо. Управление порекомендовать. Так, то же самое, как всегда, впрочем. Отлично. Так, ну, многие уже кушают. Ну, в принципе, новые персонажи не особо-то приходят. Сейчас мы старых обслужим. Мы работаем 4 часа, ну, в принципе, это немного. Часа 2, я думаю, еще поработаем. Кстати, мне нужно мою дочку сюда позвать, потому что мне нужно сделать с ней домашку. Отправить сюда. Пусть она сюда идет и сделаем домашнюю работу. Кстати, как у нее там дела? У нее все хорошо. Вот домашку бы сделать. Давайте мы сделаем. И у нее есть еда с собой. Какая молодец. У нее есть хрустящий тост. Пожалуйста, убери. Он уже испорченный весь. Так, ну да, новенький у нас не подходит. У нас все старенькие. Ладно, давайте мы
Вот так вот сделаем. Мне нравится, когда вот так вот. Прям чувствуется, как будто прям ты в этом ресторане. Джессика, ты где лазишь? Что, все нормально? Ну как нормально, ребят? Как нормально? Она здесь дрыхнет где-то. Сейчас я найду ее. По-моему, в этой... Нет, это кухня. Где-то здесь она вот спит у меня. Да, ладно, я так не смогу посмотреть. Вот, спит на диване. Давайте мы ее сфоткаем. Сейчас стены включу. Такс. Бедная Джессика. Тяжелый день сегодня удался. Как там Майкл, интересно? Надеюсь, что у него все нормально. Хоть у кого-то, может, сегодня нормально. Так, мне нужно бежать и рекомендовать. Потому что они сейчас могут без меня взять какую-нибудь фигню самую дешевую. Я вообще ничего не заработаю. Так, я думаю, часов 6-7 мы сегодня поработаем, и будет достаточно. У многих двойки, но мы работаем второй день. Поэтому это нормально, мне кажется. Ой, это кто, Клара, что ли? Да, Клара. Клара, короче, все, в принципе, персонажи из других городов, которые приехали сюда. Вот что это за свинарник? Убираем. Да, мы рекомендуем блюдо шеф-повара. Ой, какое платье красивое. Ой, какие-то новые... Так это ж Лилия. Лилия, привет. Нет, мы ключи не будем давать. Мы просто... Я хочу просто с ней пообщаться. Расскажем. Все, мы сделали домашнюю работу, но у нас есть еще дополнительное задание, поэтому я хочу еще его сделать, уж на всякий случай. Она хочет спать, наверное, сейчас мы ее домой уже отправим. А сами еще поработаем, я думаю, не знаю сколько, потому что, видите, уже поздно. Так, тут все в порядке. Так, плюс 126. Так, что там у меня? Ого, 454. Но сейчас много уйдет на этот, на оплату. Зарплаты, вот, на зарплату уйдет. И мы останемся ни с чем. Так, нужно прийти, обязательно заплатить счета. Так, Лилия, присаживайся, мы сейчас тебе порекомендуем. Так, управление, порекомендовать. Мне кажется, мне нужно добавить еще блюдо. Мне кажется, они могут уже приготовить что-то посложнее. Ну, что-то я решила... Подождите, а здесь не было? Нет, здесь нет ничего дороже. Ну, ладно. Так, 6 часов мы работаем, еще час, и, наверное, пойдем. Сейчас мы подождем, пока Лили принесут еду, потому что я не хочу снова ее подвести, что ее в ресторане не обслужили. У них такие наряды прикольные. Так, ну, в принципе, нормально. Четверки есть, пятерок нет. Ну, пятерок еще, наверное, пятерки не скоро еще будут. Но у нас уже 2,5 звезды, что, знаете ли, неплохо. Сегодня здесь никто не садится, кстати. Зато есть чистота и порядок благодаря этому. Так, все, сейчас подождем, пока принесут Лили, и мы, наверное, закроемся, пойдем и оплатим счета. 3 звезды! Офигеть, так быстро! Блин, круто! Ой, долбанула себя. Офигенно. Давайте мы посмотрим на вид из нашего окна. Вот. Представляете, как круто? Сан-Мишуна просто великолепен. Я всегда это говорю. Пока он мне не надоел, он великолепен. Так как еще пришли с этими, но я, наверное, не буду рекомендовать уже, потому что мы сейчас уже пойдем домой. Мы сделали с Элис домашку. Давайте мы ее домой отправим, пусть она идет спать. А мы сейчас пора. Мы 8 часов уже работаем. Блин, вы им принесите, пожалуйста. Аврора. Ты нормальная? Так, все, им принесли еду. Давайте ставьте все замечательно, смотрите. Так, ну, 8 часов это уже достаточно-таки много. Ладно, давайте сейчас они немножко хоть покушают, пусть хоть попробуют, что там, и мы закроемся. Аврора, качок. Голая Аврора. Невидимка. Что происходит здесь? Я не понимаю. Так, все, 9 часов это просто пик, ребята. Все, мы закрываемся. Ну что, ребят, продажа на 1000 рублей. А, вот все это прибыль была показана, все замечательно. Достоинство атмосферы и возможности роста качества еды и обслуживания. Ну да, я знаю. Мы сейчас переведем деньги. Так, с текущего ресторана мы переведем 500. 500. Вот, и мы сейчас отправляемся домой и заплатим за квартиру, за нашу. Дом, милый дом.
Так, это, конечно, круто, что вам дали такую квартиру, но как за нее платить теперь? Ну, это все из-за ресторана, конечно. Конечно, если бы мы его не покупали, все было бы нормально. Все, мы денежки отдали, мы теперь вообще бомжи, представляете? Так, мы идем сейчас и что-нибудь приготовим. Или мы готовить не будем, мы сразу что-нибудь съедим, что-то она нашла в холодильнике. Ладно, давайте мы сидим. У нас такая темнота во всем доме. Ладно, мы пришли поздно, и Элис там спит себе. Нифига она, ребят, не спит. Она водички пошла попить. Ну, Джессика, ну и что ты поставила? Ешь? Что какая-то грустная, конечно же. Ну да, сегодня у нас сложный день. Но нужно было пойти обязательно наверх. У нас же нет стола внизу. Кстати, Майкл у нас до сих пор не вернулся. Кстати, что это за свинарник? Нужно это убрать. Вот Майкл у нас еще не вернулся, но я думаю, он поработает и скоро придет. Посмотрите. Нет, реально, очень крутая квартира. Здесь так красиво, просто вообще невозможно. Так, ну и мы сейчас с Джессикой, наверное, уже ляжем спать. Мы пережили этот тяжелый день. Ой, блин, так все, Дана пошла уже спать. Так что да, ребята, я думаю, что на этом закончу ту серию, стоп! Я надеюсь, что вам понравилось, поэтому поставьте палец вверх и всем пока!